важным концертом, а в Москве этот концерт всегда очень особенный, хочется зарядиться энергией для того, чтобы потом выдать зрителю, и зритель был с тобой на одной волне. Я подумала, где же мне найти вот дополнительный ресурс этой энергии, и подумала, пустыня. Никогда не была в пустыне. Это мой первый опыт. Энергия пустыни, вот насколько она будет подходить мне, моему темпераменту, моему характеру, насколько она сможет меня зарядить. Проверим. Привет, пустыня. Спасибо.